Каждый год на 8 марта нам с завидным упорством вручают одни и те же подарки. Давайте разберемся, что бы это значило. Сковородка. Он хочет оградить вас от всех неприятностей и подарил вам прекрасное средство самозащиты. Уточка для ванны. Он надеется, что сегодня вы отложите все дела, подруг, тренировку и понежитесь с ним в теплой ванне с пеной. Он соскучился? Цветы. Даже если это букет белых, символизирующих уважение, вместо вожделенных красных цветов страсти, успокойтесь, закройте женский форум и улыбнитесь. Он ничего об этом не знает и искренне хотел вас порадовать. Духи. Он так хотел выбрать идеальный подарок, что спросил совета у всех своих друзей, подружек, родственников и продавца-консультанта в магазине. Он очень вас любит. Книга. Это не толковый словарь русского языка? Отлично! Он искренне восхищен вашей эрудицией. Белье. Ему нравится ваша фигура в этих рюшечках, а без них еще больше. Романтический ужин. Стойкий запах гари, расползающийся по всему дому? Теперь он точно знает, чего стоят вам ежедневные упражнения с кастрюльками и периодические попытки соорудить жульен, и ценит вас еще больше. Кольцо. Если вы замужем уже не первый год, знайте, вы для него самая главная в мире драгоценность. Не всегда удается придумать идеальный подарок, но ведь это не важно, если к подарку прилагается настоящее и теплое чувство. Поздравляем!